Sony Ericsson Xperia Arc. Разбор. Xperia Arc – очередная флагманская модель компании Sony Ericsson. Аппарат подкупает элегантным и стильным дизайном, качественным 4-дюймовым дисплеем, новейшей операционной системой Android 2.3 и возможностью записи видео в HD-формате. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку телефона и вынимаем аккумулятор. Отверткой откручиваем 6 винтов. Металлической лопаткой поддеваем заднюю панель по всему периметру телефона. Затем снимаем заднюю панель. Задняя панель снята. Разбираем среднюю часть корпуса. Металлической лопаткой отсоединяем все шлейфы, подсоединенные к системной плате, камеру и коаксиальный кабель. Затем аккуратно извлекаем системную плату. Той же лопаткой отсоединяем верхние и нижние шлейфы. Далее отклеиваем подложку функциональной клавиатуры. Телефон разобран. Дальнейшему разбору конструктивных частей Sony Ericsson Xperia Arc посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.